Мне молвил дед, он жизнь прожил, чтоб я кумиром дорожил. Не ведали ни я, ни он, кто для меня сей эталон. Может быть, футбола бог, карающий с обеих ног. Быть может, это поп-звезда сияет славой на года. Актер, политик, Джобс, Габен, лауреат, врач, бизнесмен. Все то банальщина и крах. Кумир один в моих глазах, мейн-хейтер и фанат новей, Малецкий, Ухо, Алексей. Это особенно мне понравилось про футболиста с двух ног. Да, карающих. И которому сразу можно отдавать красную карточку. Тебе желтая пока, Алексей. Да. Тебе пока желтая за этот стиль. Нет, все красиво, спасибо за творчество нашим зрителям.